уничтожение Мефистофеля — большая победа света. Я знал, что в итоге твой путь провяжет здесь. Крепость демонов — последний бастион сил небес перед вратами пылающего ада. Это место освящено кровью тысяч героев света, многие из которых были смертными, такими же, как ты. Теперь последняя битва с главными духами зла приблизилась, и тебе придется встретить ее в одиночестве. Мне запрещено прямо помогать тебе во всем, за исключением доброго совета. Это час триумфа смертных, твоего триумфа. Полагаю, свет защитит тебя, и сил небес осветит твой путь. Есть темная душа, которая мучается, будучи запертой в этой проклятой реальности уже очень давно. Смертные называют его Изуал, но много эпох назад он был моим самым доверенным лейтенантом. Но против моей воли он самовольно предпринял поход против огненной адской кузницы. Несмотря на его мощь и славу, его схватили части зла и своей извращенной силой навсегда изменили его. Они сделали так, что он отказался от своих сподвижников и выдал наиболее охраняемые секреты небес. Он стал ничтожной тенью самого себя, падшим ангелом, которому не доверяют ни небеса, ни ад. За свои грехи Изуал был заточен в плотское тело ужасной твари, высланной из бездны. Его безумный дух страшно страдает, будучи заключенным в эту оболочку уже несколько веков. Я полагаю, что он страдал уже достаточно. Я прошу тебя, герой, найти Изуала и освободить его от мук. Пусть настанет конец его вине и его. Добрый вечер. Что тебе нужно? Я не могу использовать это. Привет.
невозможно. Да. Чего тебе нужно? Я не могу. Привет. Thank you.
Перегружена. Я перегружена. Thank you.
Я не могу. Что тебе нужно? Чего тебе нужно? Могу нести больше. Я перегружена. Yeah.
Видишь ли, именно я рассказал дьяволу и его братьям о секрете камней души и о том, как осквернить их. Именно я показал первичному злу, как проложить себе дорогу в ваш мир. План, который начал притворяться в жизнь столь давно, не может остановить ни один смертный. Сам ад находится в таком состоянии, что прольется на наш мир, подобно приливной волне крови и кошмаров. Ты и вся твоя порода приговорены. Прощай, Изуал. Пришло время для тебя уничтожить камень души Мефистофеля. Возьми камень с собой в адскую кузницу. Положи камень на наковальню и ударь по нему молотом. Только таким способом ты можешь помешать Мефистофелю возродиться вновь в нашем мире. Yeah.
будет.
Что тебе нужно? Больше.
Поздравляю тебя, герой. Даже дьявола, без сомнения, почувствовал на себе твой гнев, когда ты уничтожил камень души его брата. Пришло время выследить и уничтожить самого дьявола. Но будь осторожен, владыка ужаса не тот, кого стоило бы недооценивать. Он одной левой уничтожил древний город Тристрам и проводил последнего героя, который пытался ему противостоять. На этот раз ты не должен совершить ошибки. Уничтожь его, только если будет разбит камень души, который он несет с собой, его удастся развоплотить. Удачи тебе! И хотя настал час тьмы, я думаю, что это может быть момент твоего величия. Привет. Приветствую. Перегружена.
не могу нести больше. Перегружена. Могу нести больше. Я перегружена. Привет, рады...
Что тебе нужно? Больше. Я найду этому хорошее применение. Я найду этому хорошее применение. Перегружена.
Я найду этому хорошее применение. 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 Привет. Не могу нести больше.
Спасибо. Даже смерть не спасет тебя от меня! Ужаса окончено. Невозможно. Я не могу. Что тебе нужно? Поражен, смертное создание. Тебе удалось с честью принять самый великий вызов, который когда-либо существовал в мире, и одолеть последнее первозданное зло. К сожалению, мы опоздали и уже не можем спасти камень мира. Разрушительное прикосновение Ваала полностью испортила его. Через некоторое время энергия камня мира исчезнет, и граница между мирами будет разрушена. Тогда силы ада хлынут в это святилище и уничтожат всех людей и все, что вам удалось создать. Поэтому я должен уничтожить камень мира, прежде чем силы ада укоренятся здесь. Я знал, что в тебе кроется необыкновенная сила, мой друг. Тебе удалось проделать фантастическую работу.
Хотя мои предки всю жизнь сражались против трех зол и их приспешников, я, напротив, всегда жил в затворничестве и посвящал себя науке. Я очень рад, что моя мудрость помогла тебе. А теперь я хочу покинуть это место. Хотя небесными вратами очень приятно любоваться, я надеюсь, что мне не доведется их снова увидеть еще очень-очень много лет. Пожалуйста, поговори с Тироэлем, чтобы покинуть это место незамедлительно. Эпилог. Позже я узнал, что он был побежден. В адской кузнице были уничтожены камни души. Я не смог пройти через эти врата. Простите меня, Тирел. Простите меня. Простите. Мариас, дай мне камень, и ты будешь прощен. Дай мне его, Мариас. Ну же, будь умничкой!
его берите. Я рад, что наконец-то все это для меня кончено. Посмотрите, что сделал со мной камень. Ты видишь это? Ты видишь, как я выгляжу? На меня же просто жалко смотреть. Ты все сделал так, как должен был сделать. Как бы там ни было, я не Тирел. И на этот раз я тебя не обманываю. Нет. Нет, нет. Нет, 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 нет. Нет, нет. Ты хорошо справился, Морис. Вот твоя награда. Что же я наделал? Бал. С незапамятных времен ворота Сашрона были закрыты для недостойных, и ты не смеешь войти в них сейчас. Очисти наши земли от своих плешивых демонов. Мы служим свету. Ты не сможешь достичь горы Ариад. И ты не получишь то, что ты ищешь. Хватит! Я обдумаю твое предложение.
похоже, что твое предложение отклонено.